Всем привет! Мы на канале Блогер Федор. Находимся в парке Заряди. Сейчас пойдем в ледяную пещеру. Он кека или нет? Там около 14 километров. Весы, да, более 70 тонн. Убедительная просьба бережно относиться к инсталляции, не трогать лед руками. Также просим не снимать защитных головных упоров на протяжении всего сеанса. Круто. Это... Знаешь, что снег нельзя трогать. Ледяная пещера и все, что? Я бы сказал, это снеговая пещера. Снеговая пещера. Потому что тут и еда нет. Да, пап? Да. А вот и лед. Вот и лед. Федь, у нас такие пещеры каждую зиму. Их всех можно трогать? Не надо, не надо трогать. Тебе же сказали не трогать. В общем, кратко курс в ледяной пещере. Оп, проходим. Сюда. Такого воздуха у меня прям нос болит. Нос болит? Да. А тут у нас что? Ну, тут тоже. Вот. Комната уединения. Можно сказать. Тут невозможно дышать. Ледяной воздух. Кратко ледяной пещере. У нас на Камчатке такие пещеры каждую зиму. Блин, ну хоть бесплатно. Согласен, но тут воздух ледяной. Продолжаем прогулку по парку Зарядье. А ты откуда знаешь, что не на Воробьёвом? Короче, начинается дождь, все валят с этого моста, а мы наоборот пойдем, погуляем, выйдем на край. Сколько таксишек, сколько автомобилей, движение. В парке Зарядье огромное количество, как это, льгот. Если вы многодетная семья, ветеран боевых действий, там еще там инвалид и еще остальное, то вам есть много льгот, бесплатно можете ходить на многие мероприятия. Кстати, вот это имейте в виду с собой, хотя бы фотографию имейте в удостоверении любого. И если подытожить о том, что какой парк Зарядье, вот лично для меня, да, ну, мне показалось, что он переоценен. Везде показывают парк Зарядье, такая классная штука, там всю. Но на самом деле, вот тут как бы посмотрел, ну да, красиво, здесь вот красиво вроде, там что-то построено. Но на самом деле какая-то... Но смысла какого-то нету такого, чтобы вот, ну, было интересно. Действительно, пришел с ребенком, чтобы тебе было интересно. Есть какие-то там аттракционы, там что-то, какие-то там полеты, там, ну... По большому счету, вот, это парк, просто вот прошлись там, ну, там исторические достопримечательности какие-то, сзади у меня он там сейчас находится тоже. Ну, вот люди вот ходят вот так вот просто, из стороны в сторону, туда-сюда, там, на мост пошли, сходили, там, на мосту постояли, о, красиво там, сзади там Кремль, там, все такое. Блин, ну, вот лично на меня это впечатление не произвело. Тоже вот ребенку как бы скучно здесь вот ходить там, что-то ходить туда-сюда, там сидеть на лавочке, ждать этого сеанса и все остального. Короче, я не знаю, кому как, наверное. Ну, вот лично мое мнение такое, вот я вот второй раз точно сюда не пойду, вот точно. Ну, вот чем занимается ребенок в парке Зарядье? Он просто бегает кругами. Ну вот, ему вот как бы интересно бегать кругами. А чем тут заняться еще, пока ты ждешь? Пока ты ждешь, что начнется твой аттракцион, вот этот полет там вокруг Москвы, что ли, чего там уж мы взяли, я не помню. Но она меня обогнала. Да ты чё? Девочка тебя на перегонке обогнала? О, вот это я спортсмен! Просто не в ту позу встал. Не в ту позу, а перед девочкой не надо ни в какую позу вставать, кроме позы доминирования. Ну да, кстати, как вот еще вот как подытожить, были, да, вот в этой ледяной пещере, это просто жизнь какая-то. Вообще, вот, что-то. Дождь
дождь не знаю, начинается. Вот, что это такое вообще, не знаю, пещера. Комната какая-то в снегу и все вот это вот. Бред, чепол. Ну вот Федор Алексеевич, наконец-то сбылась его мечта. Покататься на теплоходике по реке Москве. Вот там зеленый прет вообще, воду ровно догоняет.